сегодня хочу поговорить о замках к подъемным воротам. То есть я ставил обычно сюда, на эту систему, замок, который фиксировал внизу, вот здесь вот, в пол. Вот замок на уровне груди практически, то есть сгинаться не надо. Вот, пружины поставили. Открывай, теперь показываем. Сейчас они, пружины мы не натягивали до конца, чтобы просто нам, ну, легче так оперировать. То есть вот, чуть-чуть рукой довели, все, и они даже сами вверх идут. Проблем нет, все работает, все четко. Вот, закрывается, все четенько. Но, соглашусь, может быть такое, что его может приморозить. Поэтому поискал замочек, который бы мог закрывать по сторонам. Нашел вот такой вот замок, он легенький. В отличие от, допустим, вот такого, который я когда-то использовал на старых распашных воротах. Вот он тоже на три точки фиксирует, но у него вес чуть ли не 3 килограмма. Вот. А на подъемные ворота нам все-таки нужны легенькие замки. И вот это он самый подходящий. Его вес 600 грамм. Сейчас я вот закрою ворота, покажу, как это работает. Так, вот они зафиксированы сами собой. Берем ключик. И закрываем. Стоп, куда? Вот два оборота. Он фиксируется при помощи вот этих тяг. Вот туда боковые стойки фиксируются. Точно так же открываем. Два оборота. Сейчас еще раз покажу. Закрыл. Открываем. И тянем. Уже вместе ворота открываются. Все. На уровне удобно закрывать, не нужно нагинаться. Так, еще раз показываю, вот оно, видите? Вот так это происходит. Так, вот у нас новая работа. Сделали ворота по просьбам, как говорится, телезрителей. Вот с таким замочком, чтобы две боковые тяжки были. Потому что у человека плитка во дворе. Мы не можем зафиксировать внизу. Тут даже порога не будет. Вот эта временная штанга. Она снимется. Вот. И для того, чтобы не портить пол, плитку, решено было, принято решение сделать на боковых тягах. Но вся вопрос был в замке, потому что они по 100 долларов стоят, итальянские. Вот. А там MedTex это делает. Россия, кстати. Замочек всего 600 грамм, легкий. Показываю, как это работает. Значит, ключики цивильные тоже. Открываем. Есть. Вот тяги освободились. Баклажки висят, это имитация веса профнастила и утепления. Потому что ворота будут утепляться. Вот теперь поднимаем. Пружины сейчас не натянуты, чтобы мы их только что тестировали просто без веса. Ну вот даже на одних амортизаторах они вверху удерживаются. То есть все работает. Закрываем. Все, четенько. Сейчас то же самое покажу, как это без веса. Вот его чуть потянуть. И вот они раз. И открылись. Сейчас чуть тяжелее закрывать единственное. Вот и все. Отлично. То есть тяжки. Тут десятка кругляк. Входит в зацепление вот сюда. В раму. Вон отверстие. Все.